Всем привет! Хотел тут ради интереса показать возможности приложения «Планета Земля», а именно трехмерная графика. Просто она поражает своей мощностью. Если телефон подключен, допустим, к Wi-Fi там или 4G, 3G. И именно если посмотреть на, допустим, Европу, сейчас вот я покажу вам, как оно работает. Такое ощущение, как будто это трехмерная игра. Давайте где-нибудь сейчас в Европе, ну не знаю, можно Германию, можно Францию. Давайте найдем. Давайте ближе к Парижу, допустим. И включим режим 3D, смотрите. Сейчас я подведу камеру поближе. Вот у нас 3D. И смотрите, вот сейчас мы немножко приблизимся к домам, и как все начнет выстраиваться. Не знаю, видно на камеру. Фактически это, вот смотрите, вот уже сейчас, я думаю, видно. Посмотрите, как все, как трехмерная графика, как оно все выстраивается. Вы видите? Смотрите, все видно. Оно, ну, нужно, чтобы интернет был хороший, понятно, и телефон, чтобы это все он тянул, так сказать. Но прикол в том, что такое ощущение, как будто играешь в трехмерную игру. Смотрите, все, картинки, графика настроилась, 3D изображение, можно даже увеличивать картинку. И буквально, смотрите, даже деревья стоят. И можно проходить даже между домами. Только здесь нужно уметь управлять. Вот здесь. Смотрите, вот так вот сейчас мы пройдем. Даже если вот так наклонить. Если сейчас приблизимся, смотрите. Как будто какой-то 3D-симулятор. Ну, понятно, что оно еще не подзагрузилось. Вот, и картинки немножко искаженные, но все равно вот эта программа Google Планета, конечно, впечатляет своими масштабами. Смотрите, какое, как все построено. Вот оно, если подгрузится, оно, картинка будет лучше. Нужно подождать, конечно. Можно качество, можно вот так поменьше сделать, и все. Видите, трехмерная графика фактически, как будто путешествуешь по этому 3D миру. Ну так он же в реальности, это реальный мир. Вот, ну, думаю, все это видели. Если кто не видел, ставьте лайк, пользуйтесь. Ну, как бы все. Хотел поделиться. На этом все. Всем пока.